Приветствую всех зрителей на своем канале. Сегодня у меня вот такая вот посылочка пришла. Будем ее вместе с вами открывать, распаковывать и смотреть, что там внутри. Так, как видим, упаковано добротно. Здесь тоже упаковано. И что у нас здесь? А у нас здесь, как это правильно называется, телескоп или подзорная труба, может быть, для телефона, для подключения к телефону. Такая вот коробочка, довольно увесистая. Думаю, это уже хорошо. Так, монокуляр. Вот такой вот, как на картиночке. Ну, сейчас покажу. Инструкция на английском и на китайском. Какой-то крепеж. Какая-то прищепочка. Это, скорее всего, крепеж для телефона. Ну да, так оно и есть. Вот. Если посмотрим, то сюда накручивается. Так, сейчас все на месте, дальше расскажу. Так, все, больше ничего нету. Вот такой вот чехольчик. Сделан из синтетического материала. Здесь получается специальный крепеж для ремешка. Удобно, чтобы носить с собой. Достаем. Ух ты. Здесь еще вот такая тряпочка для протирки. Пакетик с силикагелем. И сам монокуляр. Вот такой вот. Так вот он сделан. Крышка резиновая, защищающая. Здесь отстегивается крышка. Изготовлен он из пластика, такого прорезиненного пластика. Здесь специально сделаны, как сказать, рифлености, чтобы рука держала. Крышечки все резиновые, специально вот здесь крышечка, чтобы не потерялась, чтобы можно было, когда не используешь, закрыл, и все, когда используешь, открыл, снизу висит, болтается, но не мешает. Специально под крепление на монопод, на штатив. Так, ремешочек вот такой вот есть с карабинчиком, это чтобы вешать его куда-то под руку. Так, линзы стеклянные, здесь тоже линзы стеклянные, и собственно здесь крутилка, которая показывает 1200 метров и 800 метров. То есть заявлено у этого бинокля. Буду называть его биноклем. Так, на коробочке ничего не заявлено. Поэтому я даже не знаю, какое у него увеличение. Но суть этого бинокля на самом деле не в том, чтобы его смотреть, а в том, чтобы использовать его вместе с телефоном. Поэтому вот здесь вот специально вот такой вот крепеж, который одевается на глаз, на глазок спереди, и использовать буду свой телефон. То есть я сперва центрую на телефоне. Вот. Итак, я ставил на паузу, чтобы немножко покрутить вот этот монокуляр и посмотреть вообще, что он из себя как представляет. А теперь немножечко расскажу. В общем, вот эта вот штука одевается на телефон, закрепляется специально на уровне, где глазок, как видим. Потом одевается сюда. На телефоне включается камера. Сейчас я ее включу, покажу. Ну, надо снять. Так, сейчас сниму крышечку. И, ну, как видим, изображение вот такое вот. То есть показывается только вот шарик посередине, там, где попадает, скажем так, кадр.
Вот. Но если приблизить, то уже видно. Как это победить, я еще не разобрался. Ну, думаю, что-нибудь еще придумаю. Потом покажу. Отдельным видео сделаю примеры видео, снятые на, ну, через вот этот монокуляр. Вот. Но пока что... надо еще разобраться, как им снимать, как им пользоваться. Вообще для регулировки вот есть здесь вот такая вот крутилка, которая наводит четкость. Здесь же есть приближение, отдаление, скажем так, от стекла, от переднего. И сверху есть вот опять же увеличение и приближение дальности. Ну вот из этих, с этих трех крутилок, думаю, и можно настроить. Вот. Ну, в общем, вот такой вот монокуляр. Еще отдельное видео сделаю по съемке через него. И о том вообще, о своем впечатлении. Ну, пока что интересно. Пока что есть кое-какие мысли, как его использовать. И думаю, получится. Ну, в общем, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И обязательно подпишитесь на мой канал.